Привет всем, с вами ваша Силва Баттерфлай с серебряными бабочками. Так, пробегусь что ли? Так я выгляжу. Я собираюсь на корабль или там на лодку. Ну, в общем, не знаю куда, но факт то, что на воду. И я страшно опаздываю, но я покажу в быстром темпе, что я хочу надеть на такое морское предприятие. Первое. Такой выбор. Дядька Вали. Обожаю. Это современная поэма в дешевом варианте. Хотя, ну как можно сказать дешево? Тут куча золота. На это нужно было потратиться. Жидкость здесь наиприятнейшая. Про нее я рассказывала. Для меня это как, опять же, роза в меду. Что-то такое сексуальное, бомбическое. Далее. Новое приобретение. У меня вот такая фишка, я не знаю, как у вас. Когда я что-то покупаю, распаковываю, и потом я целую неделю прилипаю к одному и тому же аромату, хотя могла бы еще 222 использовать. Ну, такая прелесть. И никого такого я не видела. И тоже хочется взять с собой. Я в такой спешке, ужас. Тут у меня и кофе, и аэро. И я спешу. И еще один аромат, который такой сладенький. FCUK. Ну, это губная помада. Манкая такая женщина с очень вкусной губной помадой. И это тренд номер 6, по-моему, так вот. Это акация, которую так трудно найти в парфюмах, и она у меня есть. Я не знаю, что же мне набрызгать, потому что время поджимает, начинаю нервничать. Я просто беру как бы уверенной рукой то, что я знаю, 100% зайдет, и вот я это делаю. Ой, какая прелесть. Немножко медовый он какой-то, знаете, розовый. Не розный, а розовый. Ну, амбровый такой, обволакивающий. Но все как мы любим. Так, извините, мне нужно уже убегать. Ровно 1 минута осталась. Пока-пока, всем всего доброго. Привет всем, с вами ваша Силва Баттерфлай. Буквально 3 секунды хотела сказать по вопросам. И комментарии. Мне присылают столько много комментариев, и один очень мне понравился от Лилии Бектимировой. И я даже хотела сделать на него видео. Я умышленно не ставлю на такие вопросы или комментарии ни сердечко, ни лайк. Почему? Как только я это поставлю, он исчезает, то есть в моих вот этих ленте, да, чтобы я быстро нашла. И мне нужно индивидуально в каждое видео заходить, проверять, где я видела этот комментарий. Поэтому такой вот message for today, то есть сообщение на сегодня. Те, кому я не успела поставить сердечки и лайки, это не говорит, что я игнорю, а это говорит о том, что вопрос хороший, и я, возможно, сделаю на него видео. Вот так. Сейчас кайфую вот в этом аромате. Вот это минутное видео я хотела сказать просто Лилии, чтобы она не расстраивалась и ждала моего ответа в видео, потому что вопрос стоящий. Так же, как и несколько вопросов, я потом пробегу по Сальвадор Дали, там были интересные, и для этого я не ставлю лайки. Ну, в общем, вы поняли, да? Ладно, я побежала, пока-пока, с вами ваша Силва Баттерфлай, серебряная бабочка. Вода, 24 градуса тепла и озеро Зимков. Только небо, только ветер, только радость.
Так, мы спасаем вот это семейство, потому что они застряли. Вода абсолютно серо-серебряная стала. Спокойно и тихо здесь.